строить дом? Вперед! Сейчас у Натальи есть дом. Настоящий. Не из кубиков. А несколько лет назад за собственную крышу над головой женщине пришлось бороться. Трагедия случилась в 2014 году. Тогда многодетная семья Кузовлевых жила в Бийске. С помощью материнского капитала купили квартиру, сделали ремонт, готовились к рождению пятого ребенка. Но возвращаться из роддома с младенцем на руках Наталье оказалось некуда. Паводковые воды затопили и полностью разрушили жилье. И эта беда не пришла одна. Ударом для женщины стала новость о гибели любимого мужа, отца детей. Его ограбили и убили. Когда вот начинаешь объяснять, это сейчас я более-менее как бы успокоилась, уже все равно еще теребить, тяжело это все вспоминать, тяжело и страшно. А тогда я совсем не могла говорить, без слез, без истерик. Я только начинала что-то объяснять, у меня слезы градом, я задыхалась и не могла говорить. И вот Светлана Алексеевна меня прям так по-родственному обняла, как бы была не только юридическая помощь, грандиозная была проведена со мной работа психологическая. Светлана Алексеевна – это председатель краевой общественной организации «Много деток хорошо». Именно к ней, оббивая пороги несправедливости и коррупции, добралась доведенная до отчаяния Наталья. Уже тогда в нашем крае отдельным категориям граждан предоставляли бесплатную помощь юристам. Но далеко не все специалисты соглашались на такую работу, поскольку денежная компенсация, предусмотренная государством, совсем небольшая. В зависимости от сложности дела, юрист может взять за свои услуги и 10, и даже 100 тысяч рублей. Для многодетных семей эти суммы неподъемные, а проблемы были и есть. Юридические услуги, они не дешевые. Но фонд президентских грантов нам на сегодняшний день оплачивает юристов. И канцелярские расходы, и все наши поездки, и командировки. Мы составляем бюджет. Этот бюджет утверждается фондом. И нас финансирует полностью фонд президентских грантов. Благодаря президентскому гранту в 6 городах края удалось открыть приемные правовой неотложки. Министерство социальной защиты помогает с помещениями, ищет специалистов. Только в Барнауле на бесплатный прием к юристу в день приходит до 6 человек. Могли бы принять и больше, но вопросы сложные, и решать их приходится долго. Самые частые вопросы, к сожалению, это взыскание алиментов, разводы, раздел имущества. Это, ну, к сожалению, это самое основное такое вот обращение. Очень часто обращаются за оформлением права собственности на земельные участки, на недвижимость, на реализацию средств материнских капиталов. Проект краевой общественной организации стал победителем всероссийского конкурса социально значимых инициатив. Награждение состоится в середине мая в Уфе. К слову, сейчас в Алтайском крае проживает более 28 тысяч многодетных семей. И практически каждой из них необходима в том числе юридическая помощь. Наталья Кузовлева ее уже получила. Затопленную квартиру в Бийске признали аварийной и предоставили новое жилье. Многодетная семья переехала в Барнаул. Здесь женщина встретила мужчину, который подарил веру в будущее и помог прийти в себя от прошлого. А на вопрос, планируете ли вы еще детей, Наталья скромно ответила: как Бог даст. Ведь много деток – хорошо. Елена Кузовкина, Александр Андропов. День с толком.